По прогнозу осадки были дожди. Думали, что такой городской субботник может погодные условия сорвать, но хорошая погода, солнечная, и мы совместно с руководством города, с депутатами Саратовской городской думы, избирательной комиссии решили взять и утро начать с субботника в одном из небольших скверов Ленинского района. В прошлом году мы были в Октябрьском районе, приводили в порядок в домах 8 марта. А в этом году решили вот в районе Второй дачной привести скверик в порядок. А в этом году, в ближайшее время, администрация Ленинского района его облагородит, приведет в порядок, проведут асфальтировку, освещение, обрезку. Поэтому он такой маленький, уютненький. Но для данной территории, с учетом, что рядом школа, на мой взгляд, это впишется в жилой массив и будет опять точкой притяжения. Поэтому настроение хорошее. И, в принципе, сегодня идут масштабные субботники. Погодные условия уже неделю так дают возможность зайти на землю, в скверы, в парки, в пешеходные зоны. Поэтому и муниципальные предприятия, и управляющие компании, предприятия, жители самоорганизовываются для того, чтобы привести в порядок свою территорию. Это было всегда, на мой взгляд, в этом ничего зазорного нет, а наоборот, это объединяет людей с целью сделать комфортным наш город.